Здравствуйте, 27 июля 2021 года. Нахожусь на въезде в деревню Лежинки. Поедем с вами, посмотрим прудик местный. Я там был год назад и ролик выложил. Деревня Лежинки, полупруд. Видео 500 какое-то, если не ошибаюсь. В июне, по-моему, снимал прошлого года. И вот прошел год, и мы едем смотреть на этот пруд опять. Камера у нас уже получше, Full HD. Там была 800 на 480. Это 1920 на 1080. И планирую большее время уделить этому пруду. Сейчас доедем, там у нас будет переулок Тихий. Посмотрим на прудик. Улица Елисеевская. Козочки пасутся. Домик продается. Переулок Тихий. Нас встречает эта вывеска. Вот он, Лежинский пруд. С гусями, с ромашками. Он небольшой. Ой, как пахнет хорошо. Опять упал. Да что ж такое? Так, вот они, ромашечки наши замечательные. Ромашка обыкновенная. Тяжело просто ехать, рукой снимать. Одной. И тут даже есть спуск в воду. Но берега здесь земляные. На большого любителя. Вот такой прудик. Как хорошо ромашки пахнут. Какая красота. Водичка мутная достаточно. Прудик маленький. На том берегу гуси. Он такой треугольный, прудик небольшой. Даже не знаю, лезть в него или не лезть в него. На небе что-то непонятное. То ли будет дождь, то ли нет, то ли гроза, ветерок какой-то. Лежинский пруд. Ну тоже вот особого желания как-то не испытывает купаться. В какую сторону облака? Не накроет? Ух, какая раковина большая. Вот это да. Интересно, что это местное, что ли? Мощное, мощное. Ну, в принципе, купаться здесь можно, как бы, при большом желании. Ну, как-то... Вчера просто в карьере купался, в светлой жизни. Как-то не хочется мне в эту глину лезть. Песочек люблю. Спокойно сойти и так. А не болтыхаться сразу. Ну, хороший, все равно похвалю. Хороший прудик, аккуратный. Все равно он мне нравится.
Вот. С удовольствием сюда приехал и вот записываю для вас этот ролик про этот небольшой треугольный прудик. Он мне нравится, он какой-то аккуратненький. И ромашкой здесь пахнет замечательно, подсолнух даже растет. В общем, деревня Лежинки, такой прудик здесь. С гусями, с утками. Симпатичное местечко. И вот водомерка еще вижу бегает. Чуть давно я их не видел, водомерок. Вот она. А раньше было очень много их, водяной паучок. Ну ладно. В общем, как-то так. Вот что увидел, то и снял. Спасибо вам за просмотр. Всего доброго. С вами был Дмитрий из Орла.